держись, брат! Ты когда-нибудь устаешь от сражений с бесчисленными ордами демонов? Нет. Вот и я тоже. А это что такое? Говори, что хочешь про Самаэля, но чтоб меня, он умеет появляться красиво. Спасибо, господа. Всадники, Самаэль, теперь мне не придется вас искать. Если бы вы мне так не досаждали, я бы даже был впечатлен. Молох! Теперь, когда твоя кровавая мантия уничтожена, тебя больше не скроет темная магия Люцифера. Теперь тебе придется рассказать нам правду о его плане, а затем пролить кровь. Дерзкие слова. Я с удовольствием заставлю тебя ими подавиться на глазах у моего воинства. И тогда ты познаешь мощь Молоха. Это ваша битва, всадники. А я просто наслаждаюсь видом. Я давно этого ждал. Пощады не будет. Ближе, всадники. Я наслажусь вашей гибелью. Let's go.
меня врасплох не застанете! Держись, брат! Ты когда-нибудь устаешь? Пусть вы одолели низших демонов, но я совсем другого порядка. Come on.
проклятые штуки! Проклятые штуки! Держись, брат! Ты когда-нибудь устаешь? Пусть вы одолели низших демонов, но я совсем другого порядка.
черную голову! Вы лишь сыграли ему на руку, всадники. Демоны и их угрозы начинают меня утомлять. Никаких больше угроз. Замысел Люцифера воплощен. Воплощен? Как? Вам следует внимательнее выбирать союзников. Я прав, Самаэль? Ты рассказал? Никак не заткнется. Да, кто знает, что он мог бы нам рассказать. А ведь ты знаешь, Самаэль. Что такое анимус? Что ты скрываешь? Полагаю, я должен сказать вам правду. Но не здесь. Скорее, в портал. Прости, ты это хотел? Все это время ты обманывал нас! Чушь. Я просто умолчал о нескольких незначительных вещах. Но теперь я расскажу вам все, что знаю. Небольшое покаяние в уплату за ваши услуги. И лучше покороче. После того, как нефилимы были уничтожены, ко мне пришла Лилит. Лилит, конечно, она приложила к этому руку. Она была вне себя от горя и хотела заручиться моей помощью, чтобы отомстить совету и вам, всаднике, за ваше участие. И больше всего, всем людям, сбежавшим из Эдема, которых, по мнению Лилит, незаслуженно предпочитали всем остальным. И ты поддался? Я прогнал ее. В конце концов, я чту равновесие. И я предпочитаю, чтобы совет не вмешивался в мои дела. Урок, который, к моему великому удовольствию, мои соперники выучили просто прекрасно. Все, кроме одного. Люцифера. Да. Лилит застала его вынашивающим полные ненависти планы. Вместе... Они создали анимус, чтобы развратить людей. Анимус — это темное искушение, наполненное злобой и алчностью. Чтобы напитать анимус, Люцифер заключил сделку с владыками, наделив каждого из них силой за очень высокую цену. Эти дураки согласились, считая, что станут неуязвимыми. Он сделал и мне такое же предложение. Представляете, какая дерзость? Какой была цена, Самаэль? Их души. Которые я заберу после смерти. Значит, все это время мы помогали Люциферу. И ты знал? Самаэль. Что ты наделал? Мои руки чисты, всадник. Вы выполняли приказы совета, а не мои. Я просто указывал вам дорогу. Нельзя же обвинять меня в том, что попутно я хотел устранить своих соперников. Ты за это ответишь!
Когда-нибудь возможно. Я обещал вам Люцифера, и я отправлю вас к нему, если хотите. Но вы должны кое-что знать. Молох сказал правду. Возможно, впервые за всю его никчемную жизнь. Работа Люцифера закончена. Он нашел новый дом человечества — Землю. При помощи анимуса он развратил людей. Вы увидите их другими. Отправь нас на Землю! Прощайте, всадники. Приятно было иметь с вами дело. У меня есть то, что вам нужно. Дайте мне должное. Знаете, как сложно протаскивать все это мимо Вульгрима? Вернулись? Со мной всегда можно договориться. Входите, входите, взгляните на мои товары. Монеты повсюду, не зевайте. Теперь судьбу человечества решать совету, а не нам. Мы помогли Люциферу создать их. Впечатляет, да? Помяни черта. Жизнь, что вели эти создания прежде, не имела смысла. Они шептали сказки вокруг костров, искали в звездах ответы на свои жалкие вопросы. Я ответ на эти вопросы. Смотрите, как быстро они меняются теперь, когда их глаза открыты. Они чувствуют все, чего лишил их создатель. Да, ненависть, плоть. Быть может, теперь они создадут могучее третье царство. Твоя порча уже повсюду. А вдруг? Кто знает? Убьете меня. Беги, парень. Чем быстрее, тем лучше.
Вы показали себя верными солдатами Совета, и да будет ваша воля непоколебимой, а служба вечной. Благодаря вам человечество выстояло. Пусть заговор Люцифера и изменил его навеки. Избавиться от разъяренных людей на вашем пути было, пусть и сурово, но необходимо. Возможно, это поможет становлению Третьего Царства. Время покажет. За остающимися людьми нужно внимательно наблюдать и защищать их. Слушайте же! Мы создаем 7 печатей, что выразят Великий Договор во имя Равновесия. Тот, кто сломает печати, познает гнев всадников. И да будет воля наша изъявлена в печатях. 3 от Детей Небес, 3 от обитателей Ада. И последняя печать, печать нашей мудрости. Таково решение Совета.